Пандемия коронавируса наложила тяжелый отпечаток на экономику. Поддержка малого и среднего бизнеса – один из главных вопросов заседания регионального ЗАГС-собрания. Больше 150 миллионов рублей получат предприниматели региона. 153,9 миллионов рублей, а с учетом нашего софинансирования это 156,3 миллионов рублей, и направить их на в виде субсидий, значит, имущественного взноса микрофинансовой компании Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области. В трех чтениях утвержден закон об исполнении областного бюджета за 2019 год. В полном объеме профинансированы все социальные выплаты, в полном объеме и досрочно выплачена заработная плата. В целом бюджет по доходам сложился в сумме 65,5 миллиарда рублей. По расходам 64,5 миллиарда рублей. То есть мы сработали на 1 января с профицитом 1 миллиард рублей. Эффективно выполнены и важные социальные программы строительства детских садов. Закрыт вопрос и по многим долгостроям, которые остовами стояли десятилетиями. Наследство прошлых лет. Причем на Брянщине власть подошла с умом. В новых дошкольных учреждениях создавали сразу и ясельные группы. Эта инициатива была поддержана Минпросвещения и позволила создать рекордное количество мест для дошколят. 1685. И в том числе 800 мест – это ясельные группы. То есть строить ясли вместе с детскими садами, чтобы дешевле было. Потому что участок есть, инфраструктура вся есть, фундамент есть. Только второй этаж настроить и получить не 80 мест ясли, как другие регионы делали, а получить полноценный сад, как на Романа Брянского, на 200 мест, как на том же на мегаполисе, как в том же Сураже. Детский сад, ясли. Вот это называется эффективно работать, понимаете, и управлять финансами и экономикой. Принята и заработала в регионе областная программа по строительству очистных сооружений. Подход к ее реализации, подчеркнул Александр Богомаз, строить на совесть, а не для галочки. Программу приняли, запустили, это были областные деньги. И там было не отчитаться и их вложить. А эффективно найти пути решения, какие очистные мы будем строить, которые были построены как пилотный проект, и они работают. Найти лучшее всего, чтобы оно было дешевое и эффективное, а не освоить деньги. Коснулся в своем выступлении глава области и вопроса дорожного строительства. Не просто ремонт, а воплощение в жизнь абсолютно новых, беспрецедентных по масштабу инфраструктурных проектов. 16 миллиардов за 10 лет дорожный фонд и за 5 лет 21,500. 702 километра дорог и 2,375. В том числе более 200 километров новых дорог с нуля. 4 моста, 3 через Десну. Мне подход другой. Не освоить деньги, а построить. Сделать. Эффективно. Продолжается масштабный ремонт сельских ФАПов. Второе и третье чтение прошел региональный закон о поддержке отдельных категорий молодых специалистов. В первом чтении рассмотрен законопроект о развитии туризма в Брянской области. Утвердили депутаты план работы на второе полугодие. Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.